Панаре 8 населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления. Ну, имеется угроза подтопления. 7 населенных пунктов – это Партису. Нура, переходя границу Карганинской области на Акмолинскую область и заканчивая Кургальжинским заповедником озером Тенгиз, вот по руслу Нури 8 населенных пунктов, которые имеется угроза подтопления. Но сейчас принимаются меры, чтобы не подтопило ни один населенный пункт. Еще вот тоже такое уточнение на эту тему. В прошлый раз говорилось о том, что 10 населенных пунктов близ Астаны, это примерно там Акмолинская область и пригород Астаны, может быть. Нет, вот сюда они и входят как раз. Начнем с границы Карагандинской области. Населенный пункт Нура. Романовка, так это называемый Кашкарбай, Аганас, Кощи, Тайтебе, Шне, Кенбидаик, Уялы, Уркиндеу. Угу. Это вот все потенциальные? Ну, все будем говорить, имеется угроза подтопления, но сделать все для того, чтобы их не подтопить. В Бухар-Жыравском районе, к которому относится у нас Мустафина, развернуто 7 пунктов приема гуманитарной помощи. Сейчас я вам конкретно адреса не могу сказать, но если надо, мы их найдем и дадим всем. Да. Да. Кроме того, я как говорил, проводится, может, уже сейчас проведен брифинг акиматом, который скоординирует действия всех направлений по гуманитарной помощи. Ну, вам известны факты о том, что местные жители говорят, что нам привозят, например, рекапу, но ее не разрешают местные власти там. Такого нету и не может быть. Ну как, пришла помощь, неужели кто-то откажется?